Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствие и почтение вашему драгоценному вниманию, пробуждение человечества, слияние с Богом. Отец Абсолют, практики читает Лора. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мы рассмотрим другой аспект такого понятия, как самоотдача в духовной жизни. И речь пойдет о вашем отношении к себе, как к частице Бога. Мы уже так много об этом говорили, что для вас это стало привычным выражением. Теоретически вы усвоили это, и это уже прекрасно. Но пока мало кто из вас научился жить и действовать как Бога-человек, воплощенный в физическом теле. Так что же мешает вам ощутить себя таковым? Прежде всего, это глубоко запрятанное в вашем подсознании представление о Боге как о высшем существе, не имеющем ничего общего с человеком. В основе этого лежит все то же разделение, дуальность. Это ошибочно. И в основе этого лежит все то же разделение, дуальность, в которой вы продолжаете жить. Конечно, в первую очередь это заслуга религии, которая на протяжении многих веков закрепляла это утверждение в умах своих прихожан, в результате чего в вашем подсознании сформировалась эта устойчивая программа. Но теперь пришло время заменить ее на другую, и сейчас мы попробуем это сделать вместе. Я дам вам практику, которая позволит вам ощутить себя частичкой Бога настолько глубоко, что это закрепится в вашем подсознании как новая программа. Я, Бога-человек, спустившийся на землю для прохождения уникального опыта жизни в дуальном мире. Назовем ее слияние с Богом. Для этого вам нужно призвать всех своих небесных помощников и войти в медитативное состояние. Мысленно соедините воедино ваши дух, душу и тело. Чтобы вам легче было это сделать, вы можете представить себе это триединство в виде матрешки, в которой тело находится внутри души, а душа внутри духа. Слейте воедино эти три силуэта и почувствуйте всем своим существом, что вы чистый дух во плоти. Именно он и является той самой частичкой Бога, спустившейся на землю, а ваше тело и душа – инструменты выживания в трехмерном мире. Но чтобы закрепить это ощущение в своем подсознании уже навсегда, вам нужно сделать следующий шаг. И вот в чем он будет заключаться. Представьте себя уже не крошечной частицей Вселенной, как вы уже не раз делали в своих медитациях, чтобы почувствовать единство с другими такими же частичками. На этот раз представьте, что ваш единый силуэт разряжается настолько и становится таким огромным, что заполняет собой всю Вселенную. Он вбирает ее в себя и становится ее хранителем, ее спасителем. Он становится с ней единым целым, ее творцом и ее ребенком одновременно. Вселенная, Бог и вы едины. Вы почувствуете бескрайнюю, бесконечную пустоту и одновременно необыкновенную наполненность этого пространства. Вы услышите безмолвие и одновременно легкий звон в ушах. Вы ощутите одиночество и одновременно тесную и неразрывную связь со всеми существами, обитающими во Вселенной. Вы окунетесь первозданный чистый источник безусловной любви и растворитесь в ней. Запомните это ощущение.
запишите его на ленту вашей памяти, как полное слияние с Богом. И затем медленно выйдите из медитации. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно, Отец Абсолют говорил с вами, приняла Марта. Вы прослушали тему слияния с Богом. Дорогие друзья, маленькое дополнение к этой медитации. Потому что мы ее проводим уже много лет, ничего в ней сложного нет. Только на первый взгляд кажется, что это как-то непостижимо или недостижимо. Для чего я сейчас делаю это дополнение? Для того, чтобы вы поняли, что вам не нужно применять каких-либо усилий. То есть не нужно применять каких-нибудь сил своих. Вы можете это сделать легко, либо с помощью визуализации, либо с помощью веры в то, что вы делаете, либо с помощью собственного желания. Вот я желаю, чтобы было так. Либо с помощью сил света, либо все вместе. Конечно, есть еще устремление, намерение, вдохновление, расширение. И вот сейчас вы увидите на экране картинку, с помощью которой вы можете сделать, применив квантовую механику или квантовое восприятие. Когда вы бросаете камень в воду, от этого камня идут круги. Вот точно так же вы себя бросаете в эту новую жизнь. И от вас идут вот такие вот волны. Так просто позвольте этим волнам, которые и есть ваше желание, идти на всю Вселенную. Не знаю, получилось у меня объяснить или нет, но те, кто услышали, поймут, что так намного легче, проще, и не надо никаких сомнений, и не надо никаких додумываний. С вами в расширении, с вами в квантовой восприимчивости.